Прикольное то, что когда он будет ультить, мы сможем залезть в стену. И он, собственно, не будет нас дамажить. Кайф, кайф. Если мы выиграем, то это... Если мы победим, то катка, естественно, попадет на YouTube. В любом случае, мы проверим Чернобога в ранкедах. Поэтому, ребята, ну вы знаете, что нужно сделать. Поставить Лукас обязательно и подписаться на мой канал. И будет вам счастье. Так, а вы, чатик, мне должны подсказывать, что мне собирать против него. Блять, если тебя не спушит, он ты ему сломаешь лицо. Я понял. Короче, сейчас загрузчик, чек не эмоцию. Точно. А что за прыжок, кстати? Подождите, чупунька, чего-нибудь. Прыжок прикольный, пирамидка появляется. Так, особая. Прикольно, прикольно. Кому не нравилась там эта эмоция? Алло, она же охрененно выглядит. Так, черепки я не поменял, окей. Окей. Ну давай, братан, давай попробуем. Давай посмотрим, как оно будет. Серьезно? Так, мы играем без критов против нас Хуи. Криты вообще не зайдут сейчас. Yes, okay. Yes, okay. Слушай, парень знает, что делать нужно. Сейчас, ребят, 5 сек. Чатик временно не могу прочитать сейчас. Да, братан, с тобой забьемся сейчас. Ой-ой-ой, как тебе больно-то, а? Привет, я из будущего. Мы очень быстро стреляем, господи, как мы быстро стреляем-то. Уходи. Да, давай. Да, хороший скин, могла сразу скинуть, что крутой. Блять, а, вот все. Вот этот черномок хорошо палит ганги, да. Шарик в шарике. Выглядит он очень зачетно на самом деле, поэтому, блин. Но играть приятненько таким скином. Лагает. Ребят, лагает. Я только из-за скина начал играть на черма крутого ДК, но выглядит ущербно. Не, теперь. Меня уж напугал. Пока непонятно, что мне качать нужно. Там. Можно его забайтить, конечно. Можно забайтить? Честно, потому что я лагаю. Но слишком тускло для линейки космос-скинов. В смысле первый макси? Мне скорость дает вторая. Зачем мне первый максить? Давай попробуем. Давай, братан. Можем проиграть. Блин, очень тяжело против него будет играть, знаете. Этот синий тусклый. Да, не знаю, нормальный скин, ничего, не пойму.
Нет, новичкам не тяжело. Начинайте играть в арену только. И там освойте богов, и все вам станет понятно. Я думал, ты от урона со скилла играть будешь, когда он прыжок прыгает. Если бы ты уже был в подобных, будет легче. Но она такая, она нормальная. Она для новеньких вполне себе такая несложная. Серьезно, блядь. И куда он ушел? Смайт начинать играть в разы проще, чем в дотку. Ну да, гораздо. Прям совсем проще, я бы сказал. Давай, иди. Нормально. Ну, знаете, вполне себе играбельно на самом-то деле. Но мы, естественно, криты не будем затаривать. Опять-таки, повторюсь, так против нас играет парень с пассивкой от критов. Поэтому мы пойдем в скорость атаки, в пробивание. Потому что у нас наша двойка просто... нереальную скорость дает, и я думаю, мы его просто размажем. Давай, до свидания. Очень много скорости атаки. Слишком много скорости атаки. Мы просто его разваливаем. Такую нулину. Что за скорость атаки? Господи, это очень круто. Это очень круто. Лайфстила я бы не стал. Ай, чуть-чуть не хватило. Ладно, давайте тогда вот так вот. Так, и что нам нужно? Нам нужно вот это. Лол, чернослив. Но он крутой. Очень крутой. Чисто в теории, я думаю, он нам ничего сделать даже не может. Вот он взял свою отхилку, да, там типа и все такое. Все, он не может драться со мной уже. Но мне не хватило. Давай драться. Так, у тебя нет прыжка, да, значит? Значит, ты труп.
Звук атаки от эскина прикольный, да. Я забыл про то, что здесь нужна броня. На втором левеле ее, да, обычно. На втором артефакте ее обычно покупают. Да, вот он, собственно, на третьем, да, ладно. Да нет, зачем? Да мне не нужно тебя рутить, братан, чтоб тебя убить. Ой, тише. Я понял тебя. Привет, да, помню, конечно, ты же меня спамишь все время в личку Стима. Очень крутой чиномок, в один на один вообще. Пушка такая. Да, тихо, братан, что я тебе сделал? Будем, естественно, бэкдорить и заканчивать. Изи катка, вообще изи катка, поэтому нужно поставить лайки и подписаться на канал Черный Бог. Очень силен в один на один, я просто в шоке.